Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли аль-Башира. Так что, точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. День у Фарука аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Акула 4-6, я Акула 4-2. Выравниваюсь у вас по правому борту.
Yeah.
несется слева! Слева! На полную жмет! Хокинс слева по ракете! Ракета пошла! Не теряй его, Хокинс! Ракета пошла! Ракета пошла! Проклятье, ушла за ловушками! Напротив главного терминала. Используйте инфракрасный и подсветите.
22-22. Так, удерживай на них. Прямое попадание. Это тут еще один истребитель рулит к взлетной. Отлично! Это жнец один. У меня тут по взлетной идут три машины. Возможно, это наша приоритетная цель. Ожидайте. Акула 4-6. Ожидайте подтверждения цели. Как поняли? Все понял. Так, Хокинс, приготовься достать его во время захода. Жнец-1, это большой 2-1-2. Внимание, к вам на низкой скорости приближается один летательный аппарат с запада. Высота 5-0-2. Видите его? Прием. Понял вас. Это вертолет. Похоже, направляется к транспорту. Понял вас. 4-6 на позиции. 4-6, это Жнец-1. Для идентификации нашей цели нам нужно подождать, пока они выйдут из машин. Ожидайте сигнала. Понял вас. Бульдог 3-3. Мы вам подсветим для проведения атаки. Как поняли? Даем разрешение на атаку. Разрешение на атаку. Подсвечивай. 3-3 ожидает. Они садятся в вертолет. Принял. 3 секунды. Люди разбегаются. Можете их уничтожать. Ага. Принял. 3 секунды. Просто отлично! Это Жнец-1. Внимание всем позывным. Базу зачищают свои. Запрет на атаки наземных сил. Поняли? Понял вас. Слышу хорошо. Выключай камеру. Возвращаемся на корабль. Большой 2-1-2. Акула 4-6 выходит из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Над водой возможно движение. 2-1-2, конец связи. Акула 4-6, идите к глиссаде. Правильный курс через 3 мили. Акула 4-6, вышли на 2 мили. Акула 4-6, крюк есть, идете хорошо, отдаю управление. Акула 4-6 на глиссаде, курс верный, отдаю управление. Принял управление. Снижаюсь. 20 узлов метка. 800.